27. Замечательно. Значит, мы записали, что это верно. Учебные программы для Центра технического образования разработаны таким образом, чтобы подготовить детей к учебе в технических вузах. Мы хотим, чтобы они учились в наших вузах, чтобы они работали у нас в Брянской области для процветания нашей области. Главным преимуществом работы центра является договоренность с брянскими вузами. Дети у нас 11 классов получают сертификаты о том, что они закончили этот центр обучения. А на основании этих сертификатов вузы дополнительно дают от 3 до 4 дополнительных баллов при поступлении на бюджетные места. Я хожу в этот центр образования специально для того, чтобы расширить свои знания в области физики, информатики, математики. Также надеюсь, что это даст мне дополнительный балл для поступления в вузы брянские и просто стать умнее. Сейчас ЦТО Советского района в 7-й гимназии посещает 211 детей. Для тех, кто выпускается из школы в этом году, предприятие проводит экскурсии. Наши ученики, которые закончили Брянский государственный технологический университет, они проводили эти экскурсии. И они восторгались работой. Им очень нравится работа на данном предприятии. В принципе, довольны они и заработными платами, и перспективами, которые у них будут. Игорь Драгунцов, Владимир Шелободов. События. Брянск.